Российская версия журнала Forbes опубликовала ежегодный рейтинг богатейших семей России. В этом году в него впервые включили семью Гуревых, владельцев промышленного гиганта «Фосагро». Это целый ряд предприятий в нашем регионе. Их состояние оценивается в 5 миллиардов долларов. Напомним, Андрей Григорьевич Гурьев, заместитель председателя совета директоров компании «Фосагро», почетный гражданин города Кировск. Первое место в списке самых успешных предпринимательских кланов заняла семья Ротенбергов. Бронза в рейтинге досталась династии Гуцериевых.